Процесс зарядки аккумулятора смартфона несложный, но наукоемкий. В этом видео мы собрали 5 полезных советов, которые помогут заряжать iPhone намного быстрее. Не будет преувеличением сказать, что в спящем режиме, тем более будучи выключенным, iPhone вообще не расходует энергии, а потому опустевшая батарея заполнится значительно быстрее. Начиная с 2007 года в компьютерах Apple появился дополнительный режим повышения силы тока в USB-разъеме, что влечет за собой увеличение передаваемой мощности. Предназначается он как раз на случай подключения к десктопу особо прожорливых потребителей. Активируется автоматически. При этом вместо стандартных 500 мА для USB 2.0 или 900 мА для USB 3.0 подается ток силы 1100 мА. Для USB 3.1 1600 мА при сохранении того же вольтажа на уровне 5 вольт. Более того, находящийся в режиме сна iPhone, подключенный к USB-порту Mac, получит ток в целых 2100 мА. Условия использования просты. Большая часть моноблоков, ноутбуков и Mac поддерживает режим повышенной мощности лишь на одном порте, все прочие работают штатно. Какой гаджет будет первым подключен, тот и получит больше энергии. Учитывайте данное правило. Для некоторых моделей есть исключения. Подробную информацию можно найти в руководстве на сайте Apple. Также здесь стоит учесть тот факт, что быстрая зарядка от компьютера Apple гарантирована лишь при прямом подключении iPhone кабелем к порту Mac. Например, если подключить тот же iPhone через какой-либо USB-хаб, док-станцию с интерфейсом USB 2.0, то естественно потребляемый ток будет на уровне лишь 500 мА. Вот, например, скриншот отчета о системе с подключенным iPhone в USB-порт 3.1, iMac через хаб с USB 2.0. Другими словами, хотите быстро зарядить iPhone от USB-порта Mac, подключите его напрямую и включите режим сна. Нажмите на боковую кнопку. Прирост скорости незначительный, но он будет иметь место вследствие снижения нагрузки на аппаратную часть смартфона. Бездействуя, последний меньше тревожит батарею, не отбирает заливаемую энергию, исходная емкость быстрее наполнится. Секрет прост. В авиарежиме автоматически отключаются 3G и Wi-Fi, являющиеся одними из самых ресурсоемких модулей iPhone. Конечно, можно отключить их вручную, но тогда придется нажать вдвое больше кнопок, проще тапнуть по авиарежим. Ежегодное обновление модельного ряда ставит палки в колеса инженерам. Те попросту не успевают проработать узлы аппаратов должным образом, а ахиллесовой пятой всей системы по праву считается батарея. Ни удивительного, ни приятного в том, что она далеко не символически нагревается, во время подзарядки нет. Подкрышечное пространство корпуса iPhone тесное, и каждый кубический миллиметр чем-то заполнен. Дополнительным источником тепла служит процессор. Пользователи с опытом не советуют запускать ресурсоемкие приложения при подзарядке гаджета. Непосредственно же рекомендация по оптимизации скорости заряда аккумулятора проста. Извлеките смартфон из массивного плотного чехла, кожаной сумочки и так далее, прежде чем подключать кабель. Помимо низкой скорости зарядки, использование неоригинальных, некачественных зарядных устройств может привести к выходу из строя аппаратных частей системы питания смартфона. В большинстве случаев это относится к недорогим автомобильным зарядным устройствам. Для зарядки iPhone используйте только оригинальные или имеющие сертификат MFI – Made for iPhone – аксессуары. Если есть возможность, используйте зарядное от iPad. Мощность стандартного зарядного устройства для iPhone – 5 Вт, его аналога для iPad – 12 Вт. В результате процесс зарядки будет происходить быстрее.